Очень вкусная треска по очень-очень простому рецепту. Все, что нам нужно, это разморозить рыбку. После этого каждый кусочек я протираю бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу, она нам не нужна. И посыпаю солью слегка. Малосольная нам не нужна, только чуть-чуть усилить вкус. Треска очень вкусная, нежная и нежирная, как оказалось. Растираю, чтобы сделать равномерным вкус. Так как треска насыщенная, я лишь слегка добавляю приправы. Далее обваливаем в муке совсем немного. Нам не нужна мощная мучная корка. Слегка обваляв, нам легче будет переворачивать. Все, разрезаем на кусочки и жарим на небольшом количестве масла. Плавать в нем она не должна. Немножко здоровее так выйдет. Озеро из масла не делаем. Примерно 10-12 минут с каждой стороны. И получается...